Всем привет, с вами Рисман, и сегодня я расскажу вам о таком плагине для серверов Minecraft, как Scribe. Ну что ж, данный плагин позволяет нам создавать вот такие вот зачарованные книги из зачарованных предметов с соответствующим зачарованием. Ну что ж, давайте я продемонстрирую, как это работает. Открываем наковальню, берем любой предмет зачарованный, в данном случае это алмазный меч, зачарованный на гибель насекомых 5. И берем обычную книгу перо. Так, ложим вот таким вот образом, и получается вот зачарованная книга с таким эффектом. И то же самое можем проделать, допустим, вот с шлемом. Железный шлем, зачарованный на подводника. Сюда ложим книгу, и вот получается зачарованная книга на подводника. Ну что ж, это, собственно, весь плагин. Ссылка на плагин оставлена под видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!